Нижегородская школа тэквондо вновь на пьедесталах. В Ханты-Мансийске прошло первенство России среди юниоров и юниорок от 15 до 17 лет. От Нижегородской области по итогам соревнований две медали – бронзовая и золотая. Виктория Кучина в весовой категории до 59 килограммов заняла первое место. Причем буквально за две недели до старта первенства. Вместе с тренером Алексеем Пугиным Вика решает выступать не в своем весе до 55 килограммов, а перейти в следующую категорию. Такой риск оправдался. И в итоге золото. Мы очень долго решались, в какую категорию поедем. Сначала думали, что поедем в 55, а потом подумали и решили, что лучше пойти в 59, что было неожиданно. Не все сразу. Вот. Это командная работа меня и моего тренера. Был сложный полуфинальный матч. Ну, потому что там нужна была другая тактика. Получилось прям вот все как нужно. То есть мы изучили, посмотрели соперниц, кто будет в большей категории. Ни с кем из них мы ранее не встретились. Ну, с одной только. Как раз мы с ней в финале и встретились. И на предыдущих соревнованиях мы ее также в финале и выиграли. И, в принципе, здесь получилось тоже с ней встретиться в финале. Она даже особо не сопротивлялся. На этих же соревнованиях выступал нижегородец Александр Головин. Два года подряд он становился победителем соревнований, но в этот раз оступился на стадии полуфиналов и в итоге бился за бронзовые медали. Подсказ и подготовка тренера Анны Беляшкиной помогли тэквондисту прийти в себя и в поединке за третье место одержать победу. На самом деле у меня сильный соперник вот как раз таки только с полуфинала и финала. До этого не сказать, что вы сильные были соперники. Вот. Все бои выиграл досрочно. Кроме полуфинала проиграл. Кажется, я неправильно на бой настроился. Не так. Неправильно подошел эмоционально. Я рассчитывал на первое место. Вот. Но это поражение показало мне то, что такой пинок под зад дала, что нужно. Впереди еще две России по молодежке до 21 года и по взрослым уже с этого года могу выступать. Если честно, выступление мне особо довольны, потому что мог показать больше, был готов. Я считаю, что сильнее, чем его соперники физически. Вот. Немножко, наверное, морально подошел. Не особо готов. Вот. Подвело его это. Будем работать. Увидели, да, над чем работать. Будем больше на психологию работать, моральную подготовку. Потому что, говорю, физически и тактически он готов. Времени отдохнуть у спортсменов почти нет. Виктория Кучина отправляется на сборы вместе с национальной командой, где будет готовиться к первенству Европы. А у Александра Головина впереди тяжелые тренировки здесь, в Нижнем Новгороде. А Нижегородская школа тэквондо вновь показывает, что на подходе большое количество спортсменов, которые голодны до побед и могут показать себя. Артемий Катков и Максим Веселов. Время новостей.